это не грибок. Это там обои у меня вот так вот мне наклеены были. Не-не-не, ребят, это не грибок. Первый адрес в плане выездного совещания в Рио главы округа – Раковская, 89. Несколько дней назад на личном приеме у Евгения Коржа местная жительница пожаловалась на квартиру в новостройке. Квадратные метры семья получила 2 года назад по программе переселения из ветхого жилья. По словам женщины, комнаты покрыл грибок. Уже на месте в Рио главы округа вместе с управляющей компанией и застройщиком проверил водоотвод снаружи дома и осмотрел квартиру. Чтобы разрешить проблему, специалисты получили указания. Я уже сделала, сюда внесла, все обои дорогие покупала, снова их сняла. А зачем вы сняли? Они сами отлетели или вы сняли? Потому что они плесенью покрылись у меня. Николаевич, давай делай вызывай специалистов, чтобы брали анализ. А вот на месте ветхого жилья по адресу Вострецова, 12, может появиться детский сад на 350 мест. Ранее уже был подготовлен проект дошкольного учреждения. В ходе дискуссии со специалистами администрации было принято решение данный план расширить. 50 мест детишек лишним не будет. Конечно, у нас столько очереди. Лучше на начальном этапе это сделать. И у нас группу, сделаем группу по 10 человек, еще и лучше будет, чтобы они там по 30 человек не скакали. А этот мостик стал настоящей бедой для дачников и жителей пивзавода. Переправа завалилась в 2017 году из-за наводнения. Все здесь – собственность садоводов. Потому именно своими силами дачники починили мост неподалеку, а на этот средств уже не хватило. С момента нашествия стихии, благодаря активной работе специалистов администрации, были восстановлены большая часть дачников, дорог и переправ. Помогут и с этой конструкцией. Дачи пивзаводов, там 2 мостика, в которых люди передвигаются и живут, там смыло. И мы постараемся к апрелю следующего года, к концу, это все восстановить. Продолжают жители города на личных приемах обращаться к Евгению Коржу и с вопросами благоустройства придомовых территорий. Например, двор 20-го дома по улице Пушкина уже 30 лет не видел ремонта. Асфальт разбит, еще и лестничный подъем к подъезду очень крутой. Для пожилых людей подняться сложно. В Рио главы округа дал поручение помочь жителям стать участниками программы «Тысяча дворов». Кстати, с помощью этой соцподдержки в Уссурийске к концу года облагородят 104 двора. Если жители Пушкина 20 постараются и вступят в программу, то и их территорию ждут преобразования. Я уверен, что в следующем году наша программа позволит здесь сделать нормальный асфальт, нормальные клумбы. Очень большие тут люди пожилые, и подъемы в этот дом очень крутые. Поэтому мы сделаем положе лестницы, чтобы людям было комфортно и удобно жить и подниматься в свое жилище. Не остается без внимания Евгения Коржа и развитие спорта в округе. На Мельничной 1 продолжается возведение универсальной площадки, где летом можно играть в футбол, а зимой кататься на коньках. В Рио главы округа посмотрел, как идет строительство хоккейной коробки. А ведь еще совсем недавно здесь был пустырь. Теперь, благодаря краевой программе, детям и взрослым будет где разгуляться. Закончили коробку, собрали полностью. Сейчас занимаемся благоустройством вокруг коробки. На неделю вам хватит, да? Планируем сегодня-завтра, грубо говоря, закончить. Выездные совещания по вопросам благоустройства, содержания дорог и придомовых территорий в Рио главы округа Евгений Корж проводит 2 раза в неделю. Поручения во время таких совещаний находятся на строгом контроле главы. Марина Роман, Игорь Антонов, Телемикс.